лекции из жизни киноартистов и киноиндустрии. Поехали! Бурный роман закончился свадьбой. Только посмотрите на красивую жену Дениса Никифорова. Молодой, талантливый и очень красивый Денис Никифоров запомнился каждому по главной роли в сериале «Молодежка» и фильму «Бой с тенью». Еще с раннего детства Денис показывал свои актерские умения и радовал всех своей актерской игрой. Пожалуй, именно тогда у мальчика появилась жажда театра и спровоцировала выбор будущей профессии. Когда он закончил обучение в школе, то сразу бросился поступать в театральный вуз. Ему с первого раза удалось сдать экзамены на отлично и удивить всех своим талантом. Еще юным он примерил на себя различные роли, которые смогли доказать многим режиссерам, что он на самом деле очень талантлив. Еще будучи на первом курсе, Дениса начали массово приглашать на съемки. Однако слава не пришла сразу. Ему предназначались лишь второстепенные, но несерьезные роли. И как только актеру предложили главную роль в фильме «Бой с тенью», то слава и узнаваемость наконец-то пришли. Семейная жизнь актера довольно буйная. Ему неоднократно приписывали различные романы с известными женщинами, у которых были на то время мужья. Но, как признается сам актер, у него было только два серьезных романа. Первый с певицей Максим, который длился недолго, однако запомнился каждому. Пара даже начала жить вместе, но что-то пошло не так. И они разошлись, оставшись хорошими друзьями. Следующий его роман всплыл буквально через полгода. Он продолжается до сих пор. И, как утверждает сам Денис, будет длиться вечно. Со своей женой актер познакомился совершенно случайно. Она фотомодель, Ирина Темрезова. Влюбленные через 5 месяцев после знакомства поженились и стали жить вместе. Они очень счастливы и благодарны судьбе за то, что она свела их вместе. У них 2 прекрасных детей, папин сыночек и мамина дочка. Стоит отметить, что его жена еще и красавица, которая своей красотой способна очаровать каждого. Сейчас актер продолжает сниматься во многих популярных сериалах и выступает в родном театре. А все свое свободное время он проводит со своими родными. На этом все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, а также не забудьте зайти на огонек на наш сайт, а также странички в Instagram и Facebook.